Всем привет! Вы находитесь на канале CryptoDusik. Сегодня я вам расскажу про как можно заработать бонусы, поинты в проекте Параллель Финанс за счет первого баунти. Для этого заходим на сайт parallel.fi, спускаемся вниз страницы, заходим в Discord проекта. Принимаем приглашение. Здесь нас интересует вот ветка Content Bounties. Заходим в первое баунти. Здесь переходим в закрепленные сообщения. Самое первое закрепленное. Нажимаем перейти. В общем, в чем состоит суть баунти? По этой ссылке вы можете взять все логотипы. Это награды: за первое место 500 поинтов, за второе место 300 поинтов, за третье место 200 поинтов. Стартовал баунти 28 июля. Продлится баунти до 14 августа. 14 августа включительно, можете сдавать работы также и 14 августа. Описание. Пишут, что уважаемое сообщество, нам нужно сделать крутой GIF 512 на 512 для логотипа Discord. Если даже вы все равно не выиграете, то получите баллы. Поинты, если ваши работы будут хорошие. Просят не делать долгие гифки. Вот. Также вот обновление, то что желательно делать 1-2-секундные гифки для лога. Потому что есть красивые работы, но они были длинные. Вот, и лучше делать по 1-2 секунды. По итогу должен быть белый логотип. Вот, и он должен зацикливаться, то есть сначала возвращаться в конец. Вот, здесь можете посмотреть примеры работ. На самом деле, не так уж много народу выкладывало. Еще есть большие шансы. Вот, заходите, участвуйте, получайте поинты. На этом все. Всем пока.